После этой программы будет служение Махапрасаду. Вместе. Прежде всего, я приношу свои почтительные дандават пранамы к лотосным стопам моего гуру Пада Падме. Нитилья Правишна Вишнупада, Штута Рашата Шиши Мат, Бхакти Ши Руп Сидханти, Госвами Махараджу, бесконечное множество раз. Также я склоняюсь к моему Шикша Гуру, Нитилья Правишна Вишнупада, Штута Рашата Шиши Мат, Бхакти Виданти Шили Нарайни, Госвами Махараджу, бесчисленное множество раз. Я приношу свой почтительный дандават пранамы присутствующим вайшнавам в собрании, всем вайшнавам и вайшнаве. Сегодня запредельно благоприятный день. Наша Мада Диди опубликовала перевод Шримад Бхагаватам. Поэтому мы собрались с этой целью сегодня. Наша линия особенная и прекрасна. И то, что она сделала, что наша линия передает величайший дар в этот мир, поскольку сами гопи говорят, Тавакатхамритам Таптадживанам. Итак, гопи поют гопи-гиту. В этом мире совершает много пожертвований, благотворительности. Кто-то открывает госпитали, благотворительные фонды для нуждающихся, сирот и так далее. Но самый величайший дар этого мира — это Бхагавата Катха. И самая возвышенная вещь, самая возвышенная личность, кто дает, распространяет это послание Шримад Бхагаватам, в действительности самый щедрый из всех. Величайший донор. И чтобы действительно сохранить это послание Бхагаватам, наши ачарьи опубликовывают гранхи. И наш Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад говорил, что подобно звукам мриданги, все благоприятное рассеивается прочь. Таким же образом, все гранхи, дарованные нашими ачарьями этому миру, будут рассеивать всю тьму невежества в сердцах всех живых существ, кто соприкасается с этим учением. И их сердца наполнят трансцендентное счастье и блаженство. Это действительно величайшее... великодушный и щедрый дар всему человечеству в облике гранхи. Может возникнуть вопрос, какую гранху она перевела? Это самая возвышенная гранха Шримад Бхагаватам.
Как Брахма Сутре говорится, जितने सारे वेद पुराण इतिहास का जो सार है पिछले कभी सुन रहे थे ना सर्व वेदांत सार ही Суть всех вед, Пуран, Упанишат, Махабхараты, Тихасов, все содержится в Шримад Бхагаватам. Тот, кто погружается в бескрайний океан Бхагавата, Амриты, трансцендентного блаженства, мы должны постоянно плавать в этом трансцендентном океане блаженства Шримад Бхагаватам. Поэтому Шримад Бхагаватам — это сливки всех писаний. Шрила Вишванатха Такур говорил. В Бхагаватам, что такое Вишая Васту? Самая главная суть, Махарадж цитирует, Радья Бхагаван, Враджеша Таная, Татхама, Вриндавана. Шримад Бхагаватам, высшая суть Вишая Васту. Что суть всего Шримад Бхагаватам? Вьясадев, это сам Верховный Господь Нарайна. Он написал все писания, все веды. Когда он сделал это писание, он не испытывал удовлетворения. И тогда его Гурудев Шри Нарада Риши пришел к нему и сказал, «О, ты несчастлив?» Ты ведь написал все описания. Вайсадев сказал, «О, вы, мой Гурудев, пожалуйста, ответьте мне». И Нарада Риши сказал, «Разве ты описал, как Верховный Господь совершает свои игры во Враджа-дхаме, что он, Верховная Личность Бога, он пара-татва, абсолютная истина, но как он играет во дворе дома своего отца Ананды Махараджа, как он играет со своими друзьями, сакхами, мальчиками-пастушками. Ты описал разве это? Как Кришна говорит мальчикам-пастушкам, «О, давай, прыгай мне на плечи, я буду твоей лошадкой. Давай, прыгай, забирайся». Как Майя Яшода связывает Кришну своей любовью. Или как она ругает его, спрашивает, «О, Кришна, ты воровал масло?» И Кришна отвечает ей, «Майя Мари, Мейнахи Макана Кая, я не воровал масло». И как Верховная Личность Бога, Параматтва, испытывает страх перед мамой, что мама будет ругать его очень сильно. О, ты описал, как Кришна говорит, обращаясь к лотосным стопам Гопи. Я не могу отплатить вам за вашу любовь. И как Кришна говорит в Бхагавад-гите, насколько ты предаешься мне, настолько я открываю себя тебе. Шримад описывает все категории преданных Кришне, начиная с Гьяна Бхакты и продвигаясь до Прематур Бхакты. Но преданность Гопи находится за пределами, этих категорий преданных, что даже сам Мудова, кто самый высший среди всех преданных, которых описывает Санатан Госвами Пад, он молится, чтобы обрести пыль с лотосных стоп Гопи. Это Кши Читани Махапрабху, он
распространял все это послание, Вишея Васту. Это первое послание. Второе его наставление — слушать Бхагаватам, послание Бхагаватам. Поэтому возьмите обет, что вы не посвятите свои уши ничему другому, кроме как слушать послание Бхагаватам. Тот, кто не обладает знанием Самбанда Гьяны, не могут установить взаимоотношения с Господом. Но в Писаниях говорится, как молоко тяжело переваривается телом. С одной стороны, с другой стороны, если змея коснется этого молока, оно будет полностью отравлено, и его невозможно будет принять. Чтобы, подобным образом, чтобы познать послание Бхагаватам, чтобы переварить его должным образом, необходимо принять прибежище у лотосных стоп возвышенного Вайшнава. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, если вы не укроетесь у лотосных стоп Шрилы Рупы Госвами Пада, вы не сможете поднять послание Бхагаватам, углубиться в него, послание Гран. Итак, Шрила Вишванатха Чакраварти Такур написал много комментариев, поэтому их необходимо изучать. Итак, Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, Парадита Дхимахи, Парадита, кто означает сама Шримати Радхарани. И лотосным стопам, которые все Гауди Вайшнавы поклоняются. И только благодаря энергии Радхарани случается это материальное творение. Все поддерживается благодаря ее энергии. И мы слышали всю эту катху из лотосных уст наших старших, нашей Гуру Варги. Поэтому не нужно склоняться по другим местам. Все можно услышать здесь. Итак, веды говорят, парам, этот мир не только для самого Шри Кришны, на самом деле здесь глубинное значение подчеркивает Шрила Чакраварти Такур о том, что необходимо поклоняться не только Шри Кришне, а Божественной Чите ради Кришны вместе. Тогда наше поклонение будет успешным. Парам, то, что вы говорите, это правильно. Это то, что вот это замечательно, что вы используете это для Шримати Радхарани. Когда мы слушаем Бхагаватам, Gracias.